Всем, друзья, еще раз привет! С вами Страйк и студия КСЛ ТВ. Мы продолжаем наблюдать за матчами, стыковочными матчами, а именно четвертьфиналами аматорской серии. На этот раз мы посмотрим за противостоянием русских парней против Латвии, а именно команды Денова противостоит русским парням из АЕД. Не знаю, вот что именно обозначают эти три буквы, но вот... На данный момент заруба на ножах, на ваших экранах. Ну вот пока что-то тупят парни, ну вот недаром они аматор. Ну вот по команде гол сорвались и в итоге без шансов бравые русские парни порезали латышей. Ну и теперь будут выбирать сторону. Собственно, понятно, что будут начинать за дефенс. Я пока быстренько гляну, что у нас там происходит. Так...
что же у нас интересно? Ну, пока ничего интересного в чате Твича не происходит, и я смотрю, что же будет происходить у нас в пистолетном раунде. Аркада Бэплента или нет, или этот выпад на главку? Нет, все-таки Аркада Бэплента, и теперь шанс сделать минус на банане. Ну, вот неплохо сделали выпад игроки команды АЕД в лице GMA, QA. Вот, блин, обожаю такие ники, братан. Вот если ты посмотришь реплей, я тебе даю вот респект за то, что ты сковеркал мне язык своим суперкрутым ником. А, вот два парня. GMQA и JNTY какой-то там. Ну, короче, неважно. Денова взяли пистолетный раунд, ну и это хорошо. Вот наказание получите, гады. Так что вот как-то так у нас закончился пистолетный раунд. Денова прооркадили бы план, потеряли двоих. Но потом показали характер, сделали 5 минусов, поставили бомбу на Б-пунте и взяли этот важнейший пистолетный раунд. Так, ну и что же, на эко-раунде есть уже 2 минуса от команды АЕД, забирают Хьюг Машину и Мейджа, но при этом атака вышла уже на аплен, поставила бомбу. Ну и давайте посмотрим. Вот за парнем с АКМом в руках Басу доверили столь важную роль, и получает он сразу пуль в затылок. Но при этом, нет, все-таки есть преимущество у атаки. Денова В, вот скорее всего В значит Вендетта, ждет в больших песках своих оппонентов. Ну и, собственно, понимает, что уже никто к нему не придут. Парни просто-напросто сейвят девайсы. Ну а мы также посмотрим, как вот эти два парня будут раскуриваться вот в этой позиции. Бэм! Ехоу! Отличная шутка. Ну вот, по идее, все вы смотрели фильм, что такое В. В значит Вендетта, но на самом деле у русских парней В, точнее у латвийских парней В значит Вася. Вася. Вот давайте посмотрим за Василием. Все-таки он у нас играет роль, нет, все-таки не открывающего. Будет замыкать заход на БПН. Там его встречает товарищ GMQA. Вот парень вот с этим исковерканным ником. Так, ну и на эко-раунде пока получается делать минуса у команды АЭД. Уже есть 2 минуса в этом раунде, и они продолжают набивать поставленную бомбу на Б-пленте. Лас или Лесса неплохо ворвался в респаун, сделал минус Джеки. Также забирает Хьюг Машин одного игрока команды АЕД. Это последний бас с АКМом. Ну и не реализовал девайс вообще. Но эко-раунд все равно можно записать в актив команды АЕД. Потому что парни выбили 2 девайса. Изрядно потрепали нервы. В предыдущем раунде забрали вообще троих. Поэтому довольно-таки неплохо, можно сказать, сыграли на эко-раундах. Если бы еще взяли пистолетку, вообще был бы айс. Ага, ага. Юрец не хочет постричься как Слэм. Нет, как Слэм не хочу. Спасибо. Я сам себя стригу и подстригу, как захочу себя сам. Ну, вот так, как своим, не хочу. Так, смотрим за подсадками. Кстати, эти парни тренировали вот эти подсадки на разыгровке. И наблюдал я за ними, пока мы с вами общались в чате Твича. Ну, а вот эти парни недаром задрачивали. И вот такая вот интересная вот подсадочка у нас будет от команды АЕД. И вот сыграет она или нет, мы сейчас с вами посмотрим. Потому что вроде бы Денова будет заходить на Б-плент, есть дым на респаун. Ну и вот смотрите, как гирлянда на елке сидит у нас GMQA или что-то там. Есть первый минус, забирает Хьюг Машину, минусует Вилкса. Посмотрите, что творит этот парень. 3 безответных минуса и просто в одиночку остановил заход на Б-плент команды Денова.
Ну и вот недаром все-таки парни тренировали. Остается последний имейдж с АВП и понимает, что до конца раунда 30 секунд бомба валяется на Б-планете, 12 хп не позволят никогда в жизни этому парню взять такой вот непростой раунд. И он понимает, что надо просто бежать и сейвить девайс. Юра GoTV просит 1.488. Друзья, заходите на HLTV.org, там ищите GoTV, по идее оно там должно быть. Юра, а что означало СПЗ? Спецназ означало СПЗ, потому что вот только я и Серега могли творить какие-то сумасшедшие... Ну, были еще парни, которые могли творить чудеса. Но именно наш дуэт тогда вот на тот момент был один, наверное, из самых грозных дуэтов, которые раздавали жесткой бороды. Так, а что же у нас тут интересного будет? Денова с одним МВП. Или не дали засейвить, потому что читал я чат Твича и вот провтыкал. Дали ли засейвить девайс? Нет, не дали имейджу засейвить МВП. Вижу ГОК в его руках. Ну и теперь давай смотреть. Быстрый выход на аплент от команды Денова. Неплохо занимают аплент, минусуют баса в коврах. Уэс забирает на 5 игрока команды АЕД. И, собственно, после этого... большие проблемы возникают у русских парней. Ситуация 2 в 4. Бомба стоит на апленте. Есть два девайса у латышей или у латвийцев. Не знаю, как правильно, но вроде бы и так можно говорить. Но по-любому найдется кто-то. Да, почему латыши и латвийцы? Так, а вот неплохо выбивают поставленную бомбу. И вот под дымок будет пытаться раздефузить бомбу тот самый парень с исковерканным ником. Ну а второй его тиммейт The Mark понимает, что... попытка провалилась, и надо бежать сейвить свои девайсы. Юрец в каком году ездил на ВСГ? Не поверишь, в 2007. Так, просто минус 4, спасибо за инфу, проник. Ну что такое? Что такое в чате Твича? Вот пытаюсь я туда поглядывать периодически, поэтому попадаются мне иногда сумасшедшие комментарии. Так, вот так вот нежданно-негаданно Денова взяли эко-раунд, причем это было эко с гваками, был, по-моему, один дигл. Ну и теперь попытка от команды АЕД взять такой же эко в ответ, только вот уже с снайперской винтовкой в руках The Mark. Ну и вот этот парень с дробовиком впритык попытается реализовать свой фармган. Получится или нет, я думаю, вряд ли, потому что уже там идет гиперагрессия на АПНСТе, бомба практически уже поставлена. Так, бомба. Вот она, бомба у нашего Васька. Он же Вендетта, он же Василий. Кстати, говорят, что это замена у команды Денова. Но я, к сожалению, такой информацией не располагаю, поэтому не буду от нее отталкиваться. Просто Василий. Так, Юрец, это ник Ямайка. Кстати, я JMQA. Ну вот, если бы после J была А, я бы еще подумал, что это Ямайка. А так это Джимайка какая-то. Джимайка. Ну, вообще, в принципе, можно отследить логику, но вот... Спасибо, кстати. А у второго тогда что это? JNVIN... Ну вот, просто взрывается мозг, поэтому я буду... дальше наблюдать за великолепной игрой двух великолепных команд, которые сошлись в 1/4 финала аматорской серии. А именно за латвийской Деновой и русской командой АЕД. Очередная подсадка. Вот на этот кондиционер решили подсадиться парни. Но вот если в прошлый раз эта подсадка сработала, и парень сделал с нее 3 минуса, то теперь они просто-напросто не успели занять бэплент. И теперь Денова... заходит на Б, пока без размена нет. Вот есть серия разменов, в итоге 2 в 2. Денова будет устанавливать бомбу на Б-планете, ну а команда АЕД попытается эту бомбу выбить. Ямка, Жимка, Женевити. Это настоящий ник у него, Бенефисиус. Ну вот, круто. Но теперь он Василий. Потому что вот Жимка. Так, пошел выбивание от команды АЕД, и, видимо, как без зуба выбивают эти парни. The Mark остается один против двоих, и... нет, один против одного. Ну, понимает, что слишком мало ХП, имейдж... где же находился у нас имейдж? На банане, ну, этого, к сожалению, не знал The Mark.
и вынужден был просто бежать и сейвить свой девайс. Неплохое начало для Деновы. Парни взяли пистолетный раунд, после чего проиграли третий раунд. Сыграла подсадочка команды АЕД на респауне при приеме Бэплента. Парень с ником Ямайка сделал 3 минуса. Ну и пока на этом становились парни из АЕДа. И теперь проигрывают раунд за раундом. И очередной эко-раунд в их исполнении. Кстати, Юра, Денова первая про-команда в Латвии. Ну, я тебя поспешу разочаровать, потому что, действительно, может быть, это в CSGO первая про-команда. Потому что до этого там было куча про-команд, которые играли в CS 1.6. И вот так. Если CSGO, то тогда с тобой могу даже согласиться. Юра, в какой команде ты играл? Много команд Юра перепробовал в свое время. Но вот остановился на одной любимой. Это была команда A-Gaming. После этого еще было парочка команд. После этого Юра решил подзабить, потому что увидел другие перспективы. Или просто Юрцу надоело. Так. Зоркий Динзор получает у нас бан. И может идти смотреть стрим на любой другой канал, но здесь его видеть больше не рады. Глашаю это в прямой эфир, чтобы вот зрители, которые будут смотреть повтор, знали, кто дебил и кто не умеет просто себя адекватно вести. Так, а мы продолжаем смотреть за этой сверхинтереснейшей встречей. АЕД проиграли очередной эко-раунд и теперь закупились. На этот раз не решили парни рисковать и делать подсадку, потому что прозевали заход на Б-план в предыдущем оружейном раунде. И теперь играют уже просто дефолт. Но при этом, кстати, у парней присутствует дигл. Не знаю почему, но походу вот деньжат на байл этого парня не хватило. Так, что же у нас происходит? Пока вроде бы неплохо защищаются АЕДы. Сделали 2 минуса, потеряли одного баса. Доверяюсь автодиректору. Ну и давайте смотреть, что у нас творится на карте. Вроде бы латвийцы будут заходить на аплэнд. Есть минус. Вьюг забирает за марка в планете. Ну вот как-то так, без борьбы, отдают аплэнд. Дают опять-таки же латвийцам поставить бомбу. И теперь надо рассчитывать на выбивание команды АЕД. Джеки дает... Нет, это все, да, это все-таки Джеки дает минус. Ситуация у нас 2 в 2. Huge Machine с ЗКМом забирает Джеки. Ну и остается последний Ямайка, как нам сказал один из зрителей Твича. Ну и мы продолжаем доверять. Потому что действительно мне так проще называть. Пускай будет Ямайка. Хоть он и не Ямайка 25 раз, но вот пускай будет Ямайка, потому что его ник просто нечитабелен. Так, а вот латвийцы, кстати, играют очень быстро, за это могут поплатиться. Выход Бэплента команды АЕД пока ничем интересным не заканчивается. Получили 3 минуса в ответ. Джеки остается один против четверых. Ну и вот раскидали, как котят, Днова русских парней. Вот все бы было круто. Вот парни угадали с местом, куда же пойдут латвийцы, но надо было закинуть туда пару гранат. Тогда бы было все по-другому. Но вот сэкономили, купили один дига, лучше бы купили 3 гранаты. И в итоге Джеки... Он же Чан против четверых. И давайте смотреть за ним. Так, а Джеки-то неплохо разобрался. Сделал 2 минуса. Я вообще провтыкал этот момент. Вот у меня еще тут немного такие вот проблемки. Опять-таки же у нас под аматор новая студия. Все как обычно. Все супер круто. Счет 9-1. Денова ведет. Но мониторы у меня стоят в разных сторонах. И чтобы смотреть, что происходит в чате Твича, мне надо практически развернуться. Ну, короче, поэтому упускаю вот я какие-то моменты.
Но будем пытаться совмещать приятное с полезным. Так, снайпер команды The Mark попытается стрелять кого-то в десятке. Сейчас мы за ним посмотрим. Получает он пулю через текстуру, понимает, что больше отлавливать здесь нечего. Команда летит со счетом 9-1. Латвийцы просто аркадят по КД. И вот смотрите, запугали The Mark, но при этом Джеки Чан вот сейчас должен разыграть эту позицию на Б-планете. В дым заползает под тачку. И, кстати, латвийцы все ушли. Есть минус от The Mark, забирает Леса на 5. Продолжает проходить по зелени игроки команды Денова. Но вот вроде бы неплохо все складывается для них. Потеряли уже двоих, правда, при этом. Что можно выделить? Это безобразный дифенс, который не откидывает флешки, никак не хелпает. Ну и, короче, вот просто какой-то рандом сейчас мы с вами наблюдаем. А после, казалось бы, двух безответных минусов. Ну что происходит? Вот. У меня просто взрывается мозг. The Mark остается один на один с Имейджем. Два снайпера сразятся в гипердуэли. Имейдж сделал три минуса в этом раунде. Марк забрал всего лишь одного. Но посмотрим, кого же хватит. Нет, Имейдж просто великолепно отыгрывает. Выходит на прицел The Mark и сбривает очень уверенно. Это говорит о том, что реакция у этого паренька поинтереснее. 10-1. Денова продолжают деклассировать АЕД на карте The Inferno за более сильную сторону начали русские парни. Ну и видим, это им совсем не помогает. Так, а у команды АЕД очередная закупочка. На этот раз не такая хорошая, как в предыдущем раунде. Присутствуют несколько таких невеселых девайсиков. Ну а вот, по-моему, Денова... Вот не знаю, вот... Если... сравнить предыдущую игру, которую мы с вами наблюдали, Денова выглядит, ну, не знаю, сказать, типа, на голову сильнее, это будет как-то слишком громко, но вот поинтереснее, вот так вот можно сказать, чем остальные две команды, за которыми мы уже наблюдали, а именно за командой Team Garage и BGD Online мы смотрели предыдущий матч, и вот... Ну вот какая-то такая невнятная игра у обеих команд. И в итоге победители оказались BGD Online. При том, что без шансов обыграли Team Garage. Но вот все равно Denova выглядит поинтереснее. Вот мы определились с этим словом, который вот назовем, чтобы никого не обидеть и не было никаких у нас претензий. Ну вот и продолжаем смотреть, как Denova атакуют на карте The Inferno. На этот раз вроде бы решаются пойти на Атлент. И вот Лесса играет, наверное, роль чека еще. Забирает в больших песках игрока команды АЕД. Ну и вот посмотрите, что происходит дальше. Полностью пустой Атлент. Забирает еще The Mark. Заходят остальные тиммейты на Атлент. Должны вот буквально с минуты на минуту поставить бомбу. Устанавливается у нас бомплент. И Джеки Чан... И парень из Ямайки остаются вдвоем против троих. И давайте смотреть. 11-1. Потащит ли второй раунд команда АЕД? Не знаю, сомневаюсь. Это я вот в силах этих парней. Но вот Джеки возвращает доверие небольшое к себе. Дает отличный хедшот в машине, но получает минус от Леса. 12-1. Денова, по-моему, просто уже сношает. Ну и, видимо, АЕДы... смирились с поражением, скорее всего, на этой карте, потому что начинают закупаться каждый раунд подряд, без арморов, у кого на что хватило, и поехали. Вот такая вот у нас веселая аматорочка. Так, а там у нас была попытка зайти на веб-плент. Джеки и Ямайка неплохо справляются с заходом. Делают два минуса, забирают хьюч-машину. И у Эса продолжается у нас заход латвийской команды на веб-плент. Но тут уже, по идее, должны наконец-то потащить этот раунд
парни из Аеда. Ну вот посмотрим. Вэ врывается под 90, забирает Ямайку, но сразу же получает минус в ответ. 12-2. Последний раунд первой половины на ваших экранах. И это будет что-то интересное. Так, надо бы кого-то поднабрить. Из чата отвечаю. Вот слишком много флуда от этого парня. Плюс нецензурные выражения, поэтому отправляется он в бан. Так, ну вот просто латвийцы позволяют себе делать все, что угодно. Заходят одновременно на разные точки, при этом дают минус на Б, минус на пленте. И что же у нас получается? Занимается аплент, устанавливается бомба, ситуация 4 в 3. Опять-таки же Джеки, Ямайка, ну на этот раз с ними третий парень. Вот по-прежнему не определился, как читать его никнейм. Но вот именно эта троица будет пытаться выбить поставленную бомбу на пленте. И вот у этого парня неплохо получается. Собирает Huge Machine, который пытался зайти в спину. Ну и что же будет дальше? Ну, я уверен в том, что счет будет 13-2. Полный провал от команды АЕД в первой половине. Провалились во всех позициях. Ни одна позиция толком не разыграла. Ну вот, единственное, кому можно ответить, Ямайку. Если вы запомнили этот момент, когда парня подсадили на кондиционер на респауне при приеме Б-планта, он сделал просто три великолепных минуса. На этом все шикарные моменты команды АЕД закончились. В четвертом раунде это произошло. После этого просто был какой-то фарш. Так, попытка агрессивно сыграть команды Денова пока заканчивается плачевно. Потеряли Уэса, потеряли буквочку В. Ну и теперь, ну вот, три безответных минуса пока от команды АЕД. Забирает еще и Вилкс, остается последний имейдж. Ну вот этот парень с КП показывал, на что он способен. Бас забирает имейджа. 5-0 проигран раунд латвийцами. Ну вот, не знаю, как так. И стоило ли вообще парням начинать за дефенс, если у них за атаку получается творить вот такие штуки. Так, Юрец, почему не взяли Final Battle of the Year? Ну, блин, чуть-чуть не хватило нам, если бы мы хоть немного тренировались и не проиграли команде Телмика, было бы круто. При том, что должны были наказывать их без шансов. Так, есть первый минус от Ямайки, забирает Вилкса при попытке прочекать Б-плент, ну и потерял при этом Ямайка 80 хп, занимается Б-плент, команда АЕД, серия минусов продолжается, ну и Денова на эко-раундах ничего интересного не показывает. И проигрывает второй раунд 5-0. Это уже интересно. Так, а гейминг уже возродился. Юра, тебе предлагали вернуться? Нет, не предлагали, потому что я участвую в возрождении. Ну вот не все, конечно, коллективы принимаются с моим согласием, но... Но-но-но-но. Скоро эта командочка заявит о себе еще. Вы не услышите, это я вам говорю. Вот так вот. Серьезно. Венефисиус. Вот так вот расшифровывается ник парня с буквой В. Ну а тем временем Вилкс забирает Баста на банане. Подбирает, нет, не подбирает девайс. Ямайка законтролил попытку подобрать девайс. И вот что же будет делать дальше у нас? АЕДы. Так, Вилкс по-латышски волк. Ну вот, отличная информация. Парень может смело претендовать на роль игрока команды Virtus.pro. Хотя нет, там же Мишки. Ой, простите. Так. А вот к датским волкам или копенгагенским я могу... Counter-terrorism.
вот так могу прокомментировать все то, что произошло у нас при заходе команды АЕТ на БПЛэнд. Безобразный заход, ничего сверхъестественного не показали парни, отлично разобрались с пистолетами, взяли 14 раунд и, надеюсь, все мучения команды АЕТ закончатся уже буквально в следующих двух раундах. Да, вот такая вот у нас супер пока интересная аматорка. Ничего, друзья, страшного. Завтра уже будут белорусы. Белорусы выглядят куда поинтереснее, чем русские команды. Ну вот, русские команды, которые принимают участие в аматорке, которые пробились в финальную часть. Пока вот, ну не знаю, то ли не раскрылись на полную, то ли забыли вообще, зачем они пробивались, проделали такой длинный путь по стопам тел из команд аматорки. Ну, короче, как-то так. И вот уже завтра будет интересная зарубка у нас команды Denova против... как же они там, СНТ называются? Ну и К-29 против команды ГБД онлайн. Так, Юрец, ты на ванах будешь? Ваны у нас будут только в Стар-серии. Ну и, конечно же, я буду на ванах. Так, ну что же. Что же, 11 матчпоинтов у нас остается. Вьюг забирает последнего игрока команды АЕД. Берет 15 раунд. Вырабатывает, точнее, зарабатывает ничью для команды Denova. Но на этом парни, я думаю, вряд ли остановится. Ну и что же. Наверное, один из последних раундов на карте The Inferno на ваших экранах. И попытка команды АЕД скамбэчить. Имейдж. Есть первый минус, забирает Джеки на ложном. Видимо, агрессивно в дым пытается найти кого-то Лес или Леся. И забирает все-таки Баса. Да, вот, по-моему, АЕДы уже сдались. Ничего у парней не получается, но вот сопротивляется Амайка, забирает ключ-машину на Бэпленте. Вьюг сразу же разменял своего тиммейта. Ну и в итоге ситуация 4 в 2. The Mark и JNVT и Y, вот этот супер парень, попытаются потащить этот раунд, потому что он последний. Так, сегодня Open Beta Trading Card. Юрец, спасибо за информацию, но я, к сожалению, не совсем ознакомлен со всеми этими карточками. Знаю я, что это, ну вот, они будут раздаваться там за какие-то достижения в CSGO, но вот что именно это означает, я толком, конечно, сказать не могу. Но вот всех поздравляю, что вот сегодня действительно Open Beta Test Trading Cards. Друзья, тестируйте на здоровье, разбирайте, что это такое и стоит ли оно вообще нашего с вами внимания. Ну, а я пока отправляюсь на рекламную паузу, и мы, друзья, с вами ждем вторую карту в этом сверх чудесном противостоянии команды Denova против ребят из АЕДа. И пока рекламка. Далеко не разбегайтесь, я скоро вернусь.